Уважаемый Александр Григорьевич. Я же не Григорьевич. Да. Значит, мы тщетно пытались выйти на диалог с тобой. Ты или твои тиуны нас это отвергли, поэтому получил лично от меня, от пенсионерки по возрасту такой, как ты, получи монолог. Буду называть тебя на «ты», Саша, потому как мы с тобой родились в один год, учились в одной советской школе, по одной программе, по одним учебникам. И если помнишь, в 10 классе была у нас тема всесоюзная. Есть у революции начало, нет у революции конца. Я в свое время писала о советской женщине. И мне на это время было отведено только 2 часа, 2 урока. Тебе судьба предоставила 26 лет писать это сочинение. Ты его писал, списывал, переписывал. В результате тебе народ ставит 2 за твое сочинение. И просьба. Времени у тебя на работу над ошибками нет. Просьба уйти. Как уйдешь? Это уже твой вопрос. Или как Ельцин, или как офицер. Потому как ты натягиваешь на себя маршальский мундир, значит, ты можешь уходить как офицер. Выбирай сам. Народ тебя больше терпеть не станет. И если у тебя есть что-то святое, хоть капля, хоть искра осталось что-то святого к народу... Человеческого. Наверное. Человеческого, да. Ты не ввергнешь народ в кровопролитие. Иначе твоей судьбе и твоим детям никто не позавидует. Народ тебе этого не простит.